Так, проверим аккумулятор. Вешаем две лампочки на 21 ватт. Подключаем ваттметр. Аккумулятор зарядился, разряжался. Стоял день сегодня просто на отстое. Сейчас включаем его. Раз. Поехали. Смотрим. Так, 3,7 ампера, 12,8 на нем, начальная, под нагрузкой, 12,77, 3,7, ну, ставим на ночку, 3,7. 3,7 это как бы 35, 3,5, да, чуть просяет, будет 3,5, это будет, если при 20-часовом, это как 70-ка, да, как на 70 ампер. Времечко сейчас 4 часа 57 минут. Оставляем на ночь. Утречком посмотрим. Итак, прошло 16 часов. Сейчас времечко 9 утра. 9:04. Смотрю за ночь. Как-то вот так. 3,3 ампера ток разряда на ваттметре все еще 11,98, практически 12 вольт. И аккумулятор не думает садиться. 53,79 он отдал. Да, интересное кино. За 9 часов. За каких 9? За 16 часов разрядился всего 11,97. Он не думает садиться. То есть 12 вольт он держит. При этом отдал уже 53,92 ампер часа. 40 ватт нагрузочка. Ну, то есть 3,37 ампера. 3,32, 3,4, 3,3. Лампы горят практически в полный накал. 12 вольт. Вау. Да, тут человек спрашивал вот за эти клещи. KG-209 называются они. Меряют ток до 400 ампер. Переменку, постоянку. Герцы, проценты, конденсаторы. Пищалка, диоды, сопротивление, переменка постоянная. Есть тут подсветка. Вот как-то так. Ну, померяем. Сейчас ток 3,3,3. 3,32, 36, 34. Померяем, сколько они нам дадут. 3,30, то же самое. 36, 37, так же как и здесь, 34, 33, 35, 39, как-то вот так. Так, а вот допустим на IMAX тут батареечка заряжается, ток 0,1 ампер, покажет он, так, не ловит. Ну, 0,2 показываю, 23 на этой. 0,09. В зависимости от. Ну, короче, вот на положи. Как-то так. Вот 0,1 ампера. Да. Сюда 0,2. Когда на обратную сторону чуть неправильно показывает, да? Или какие-то погрешности. Ну, так отлично показывает. Вообще 3 ампера. 3. Опачки. Так, смотрим, что у нас здесь. Так, прошло 23 часа. 23 сейчас. Сейчас 4:05.
У нас видим напряжение на напряженнице 10,95 уже падает. Ампер-часики у нас 10. 10, но это уже по второму кругу пошло, поэтому это 60. Этот ваттметр, он дает 60, короче, да, максимум у него. Потом он по второму кругу запускается. Поэтому у него сейчас 70 ампер часов. Вот аккумулятор отдал 10.09, да, 10.95, но уже так смотрю, напряжение более-менее быстро начало проседать. Все на тех же двух лампочках 21 ватт, вот сейчас уже 34. То есть аккумулятор за 23 часа, за 23 отдал 70 ампер часов. То есть, ну да, если бы был ток чуть-чуть побольше, 3,5 ампера постоянно держался, то был бы он за 20 часов разрядился, а не за 23. И в общем, соточка, вот этот вот зубрик соточный стал 70-ой. Как бы, ну, вполне достойный результат. Как-то вот так. Думаю, дальше его, ну, он еще немножко тут выдаст. Ну, буду уже ставить его на зарядку, потому что больше, я думаю, смысла держать его нет. Вот 10.94, ну, как бы уже идет падение, так.